Проснитесь и пойте, мистер Фриман. Проснитесь и пойте. Нет, я не хочу сказать, что вы спите на работе. Никто не заслуживает отдыха больше вашего. И все усилия мира пропали бы даром, пока, скажем просто, что вас час снова пробил. Нужный человек не в том месте может перевернуть мир. Так проснитесь же, мистер Фриман. Проснитесь, вас снова ждут великие дела. Это мой третий перевод за год. Я не заметил, как ты сел. Возможно, мы встретимся позже. Ну, вот и конец линии. Добро пожаловать! Добро пожаловать в Сити 17. Сами вы его выбрали или его выбрали из вас. Это лучший город из оставшихся. Я такого высокого мнения о Сити 17, что решил разместить свое правительство здесь. Цитадели, столь заботливо предоставленной нашими покровителями. Я горжусь тем, что называю Сити 17 своим домом. Итак, собираетесь ли вы остаться здесь? Или же вас ждут неизвестные дали? Добро пожаловать в Сити 17. Не пейте воду. Они что-то туда подсыпали, чтобы мы ничего не помнили. Я даже не помню, как я сюда попал. Никогда не отправляются. Не видно, как они едут. Да всегда. Понял. Я смотрю, они и твой чемодан взяли. Им это с рук не сойдет. Проходи. Я собираюсь силами. Опять доктор Брин? Я надеялся, что в Сити 14 видел его в последний раз. Я бы не стал так громко говорить. Добро это пожаловать! Добро пожаловать в Сити 17. Сами вы его выбрали или его выбрали за вас. Это лучший город из оставшихся. Я такого высокого мнения о Сити 17, что решил разместить свое правительство здесь, в цитадели, столь заботливо предоставленной нашими покровителями. Я горжусь тем, что называю Сити 17 своим домом. Итак, собираетесь ли вы остаться здесь? Или же вас ждут неизвестные дали? Необычный миграционный билет, как у всех. Помощь нужна? Нет, сам справлюсь. Назад! Я уж поболтаю с ним наедине. Кстати. Я должен тебе пиво. Гордон, это я, Барни из Черной Мезы. Прости, что напугал. Я разыгрывал представление перед камерами. Я работаю на ГО для прикрытия. Надо побыстрее, а то возникнут подозрения. Я же никогда не выполню норму избиений. Да, Барни, в чем дело? Я занят важной проверкой. Извини, док, но посмотри-ка, кто здесь. Боже мой, Гордон Фриман! Как неожиданно! Я тоже не ожидал, док. Он чуть не сел на экспресс до Нового Проспект. Ну, Барни, и что ты предлагаешь? Я думаю. Тут где-то была Алекс. Может, она придумает, как его сюда доставить. Если он будет держаться подальше от постов, все будет в порядке. Слушай, мне надо идти. Мы и так сильно рискуем. Хорошо. Гордон, рад тебя видеть. Ладно, Гордон. Тебе придется идти до лаборатории доктора Кляйнера самому. О, черт. Этого я и боялся. Давай сюда, Гордон, пока ты меня не засветил. Поставь ящик, чтобы выбраться через окно. И иди на площадь.
девчонку. Продолжаем. Позвольте мне прочитать письмо, которое я получил. Уважаемый доктор Бри, почему Альянс подавляет наш цикл размножения? Искренне ваш обеспокоенный гражданин. Спасибо за письмо, гражданин. Конечно, ваш вопрос касается основных биологических потребностей, надежд и страхов за будущее вида. Знают ли наши покровители, что для нас лучше? Что дает им право принимать такие решения за человечество? Отключают ли они когда-нибудь поле подавления? Затем весь квартал. Зачем им сюда выходить? Не беспокойся, они найдут причину. Хватит! Спасибо за письмо, гражданин. Конечно, ваш вопрос касается основных биологических потребностей, надежд и страхов за будущее вида. Я чувствую и несколько невысказанных мыслей. Знают ли наши покровители, что для нас лучше? Что дает им право принимать такие решения? Я думал, ты легавый. Он на нашей стороне. Этого достаточно. Прекрати! Ты поосторожнее. Я больше не могу. Что впервые в истории мы стоим на пороге бессмертия. Не волнуйся. Пожалуйста. Все в порядке. Вниманию жителей, замечено отклонение численности. Сотрудничество с отрядом ГО награждается полным пищевым рационом. Внимание! В портале потенциальный источник вреда обществу. Донести, задействовать, собрать. Давай сюда, быстро! Давай быстро на крышу! Хм.
Полагаю, ты Фриман? Внимание! Неопознанное... Нам надо спешить. Комбайнов может и трудно раскачать. Но если уж это сделать, лучше им на глаза не попадаться. Доктор Кляйнер сказал, что ты пойдешь этой дорогой. Кажется, он не подумал о том, что у тебя нет карты. Я Алекс Венс. Мой отец работал с тобой в Черной Мезе. Хотя я уверена, что ты меня не помнишь. Да, неразговорчивый. Помнишь его по Черной Мезе? Старого администратора? Хм, только не упоминай имя доктора Брина при отце. Сюда. Забавно, что ты появился именно сегодня. Сюда, Гордон. Мы помогали людям сбежать из города пешком через старые каналы. Это опасный путь. Кажется, мы наконец-то придумали кое-что получше. Давай я куплю тебе воды. И да, кстати, рада познакомиться. А, чертовка! Куда она делась? Ламар, выходи оттуда! О-о, все в порядке, доктор Кляйнер? Привет, Алекс. Ну, почти в порядке. Ламар снова сбежала из клетки. Не зная Барни, подумал бы, что он расставил ловушки и... Боже, Гордон Фриман, это в самом деле ты? Я нашла его снаружи. Он попал в переделку. У него талант находить неприятности. Мы обязаны доктору Фриману, несмотря на то, что он приносит с собой неприятности. Должен сказать, Гордон, ты как раз вовремя. Алекс восстановила последнюю часть телепортера. Прорыве нет моей заслуги, док. Глупости. Твой талант превосходит даже твою красоту. Давайте убедимся, что эта штука работает, ладно? Получилось? Вот ты где. Черт, Гордон, ты разворошил улей. Осторожно. Ему нельзя здесь долго оставаться. Это поставит под угрозу всю нашу работу. Не волнуйся, он пойдет со мной. Именно, Барби. Это великий день. Торжественно откроем телепорт двойной передачей. Ты хочешь сказать, он заработал? Это точно? Потому что мне до сих пор снятся кошмары про ту кошку. Спокойно. Не надо так волноваться. Кошку? Мы далеко шагнули с тех пор. Далеко. Какую кошку? Док, он все-таки не на прогулку идет. Можно ему и костюмчик что? Дать. О, боже, ты прав, я почти забыл. Барни предоставляют учесть тебе. Мне надо вернуться на пост. Ну да ладно. Боже. А вот и... Черт, убери ее от меня! Ламар, вот ты где! Я думал, ты избавился от этой заразы. Конечно, нет. Не бойся, Гордон. Ей удалили клюв. Теперь она не опасна. Она может только попробовать совокупиться с твоей головой. И то тщетно. Убери от меня эту дрянь! Давай, детка, запрыгивай. Нет, не туда! Нет, нет! Осторожно, Ламар! Эти приборы очень хрупки. Бог мой! Чтобы уговорить ее выйти оттуда, уйдет еще неделя. Если повезет, то и дольше. Барни, ты не любишь животных? Гордон, костюм сидит так, будто на тебя сшит. Ох, он ведь действительно на тебя сшит. Я кое-что в нем изменил. Сейчас расскажу тебе самое главное. Значит так. Конструкция костюма модели 5 изменена для повышения комфорта и функциональности. О, боже. Док, на это нет времени. А пока пора взяться за работу.
Ну давай, доктор Клейнер ждет. Ты идешь? Пошли. Сюда, Гордон. Ты идешь? Сюда, Гордон. Гордон, встань рядом с той панелью и жди моей команды. Айзек, ты там? Да, да, Элай. У нас небольшая задержка. Ни за что не угадаешь, кто сегодня забрел в нашу лабораторию. Это же не тот, о ком я думаю. Он самый, и мы отправляем его прямо к тебе в компании твоей очаровательной дочерки. Ты готов нас принять, папа? У нас все готово. Ну так вперед. Посмотрим. Поток безмассового поля самоограничивается. Мне удалось подобрать верные параметры манифольда для базы CI и орбифольда LG. Тогда ты то же самое говорил. Эй, да, кстати, насчет кошки. Два, один, о, господи, что на этот раз? Прекрасно. Гордон дернет рубильник. Давай, Гордон. Обнаружен тяжелый перелом. Система жизнеобеспечения включена. Морфий введен. Рубильник, доктор Фриман. Главное, что ты появился именно сегодня. Помогали людям сбежать из города пешком через старые каналы. Это опасный путь. Кажется, мы наконец-то придумали кое-что получше. Давай я куплю тебе воды. И да, кстати, рада познакомиться. Ну, а чертовка! Куда она делась? Ламар, выходи оттуда! О-о, все в порядке, доктор Клейнер? Привет, Алекс. Ну, почти в порядке. Ламар снова сбежала из клетки. Не зная я Барни, подумал бы, что он расставил ловушки и... Боже, Гордон Фриман, это в самом деле ты? Я нашла его снаружи. Он попал в переделку. У него талант находить неприятности. Мы обязаны доктору Фриману, несмотря на то, что он приносит с собой неприятности. Должен сказать, Гордон, ты как раз вовремя. Алекс восстановила последнюю часть телепорта. В этом прорыве нет моей заслуги, док. Глупости. Твой талант превосходит даже твою красоту. Давайте убедимся, что эта штука работает, ладно? Получилось? Черт, Гордон, ты разворошил улей. Ему нельзя здесь долго оставаться. Это поставит под угрозу всю нашу работу. Не волнуйся, он пойдет со мной. Именно, Барни. Это великий день. Торжественно откроем телепорт двойной передачей. Ты хочешь сказать, он заработал? Это точно? Потому что мне до сих пор снятся кошмары про ту кошку. Спокойно. Не надо так волноваться. Мы далеко шагнули с тех пор. Далеко. Какую кошку? Док, он все-таки не на прогулку идет.
Можно ему и костюмчик дать. Что? О, боже, ты прав, я почти забыл. Барни предоставляют учесть тебе. Мне надо вернуться на пост. Ну да ладно. А вот и... Черт, убери ее от меня! Ломар, вот ты где! Я думал, ты избавился от этой... Конечно нет. Не бойся, Гордон. Ей удалили клюв. Теперь она не опасна. Она может только попробовать совокупиться с твоей головой. И то тщетно. Убери от меня эту дрянь! Давай, детка, запрыгивай. Нет, не туда! Нет, нет! Осторожно, Ломар! Эти приборы очень хрупки, бог мой! Чтобы уговорить ее выйти оттуда, уйдет еще неделя. Если повезет, то и дольше. Барни, ты не любишь животных? Гордон, костюм сидит так, будто на тебя сшит. Ох, он ведь действительно на тебя сшит. Я кое-что в нем изменил. Сейчас расскажу тебе самое главное. Значит так. Конструкция костюма модели 5 изменена для повышения комфорта и функциональности. О, боже. Док, на это нет времени. А пока пора взяться за работу. Встань рядом с той панелью и жди моей команды. Айзек, ты там? Да, да, Элай. У нас небольшая задержка. Ни за что не угадаешь, кто сегодня забрел в нашу лабораторию. Это же не тот, о ком я думаю. Он самый, и мы отправляем его прямо к тебе в компании твоей очаровательной дочурки. Ты готов нас принять, папа? У нас все готово. Ну так вперед. Посмотрим. Поток безмассового поля самоограничивается. Мне удалось подобрать верные параметры манифольда для базы CI и орбифольда LG. Тогда включаю функцию Гильберта. Эй, да, условия кстати, лотереи. Насчет кошки. 3, 2, 1. О, господи, что на этот раз? Прекрасно. Гордон дернет рубильник. Давай, Гордон. Хорошо. Финальная стадия. Начинаем. Начали. Я не могу. Ладно. Ну как? Получилось? Сам посмотри. Эй, док! О, слава богу, как гора с плеч. Отличная работа, Изи. Это не только моя заслуга. Доктор Фримен очень способный ассистент. Ну, давайте тогда переправим Гордона. Ты прав. Поговорим через секунду. Класс, Гордон. Мастерское обращение с рубильником. Я смотрю, не зря ты MIT Ладно, закончил. Ладно, Барни, твой черед. Спасибочки. Гордон, пройди в передатчик, и мы отправим тебя к Элаю. Как раз вовремя. Прекрасно. 3, 2, 1. Пуск. Барни, будь так добр. Удачи тебе, Гордон. Да, именно. Мы готовы к отправке, Гордон. Бон вояж. Успехов в твоих начинаниях. Финальная стадия. Что за черт? Да это же твой чертов мозгосос, Ломар! Хэдди! Берегись! Вот он! Ломар, с ним? Да забудь о ней! Он проходит, папа! Что происходит, Джуди? Я не знаю. Похоже на какие-то помехи. Гордон, не двигайся, мы тебя вытащим! Его что-то утягивает!
Что все это значит? Да кто вы? Как вы тут оказались? Эй, эй, он вернулся! Я его вытащу! Не входи в поле! Тебя разорвет на части! Мы потеряли Гордона! Что происходит? Если бы я только знал, что такое может случиться! Не волнуйся, Гордон! Вон он! Нет, опять мы его пускаем! Кто это был? Неужели... Гордон Фримен? Выключай! Гордон, уходи отсюда! Беги! Спускайся вниз, я найду тебя позже. Эй, Гордон! В цитаделе полная боевая готовность. Никогда такого не видел. Убирайся из Сити-17 как можно скорее, Гордон. Иди по каналам, они ведут в лабораторию Лая. Это опасный путь, но там много наших. Они помогут тебе, чем смогут. Я бы с тобой пошел, но нужно присмотреть за Клейнером. Да, чуть не забыл. Кажется, ты потерял это в черной мезе. Удачи, приятель. Она тебе пригодится. Обнаружен
отреагировать, изолировать, допросить. Внимание! Неопознанное лицо. Судный день Альянса настал. Послушай, мы лишь наблюдательный пост подземки. Главная станция совсем рядом. Они направят тебя на путь. Пока позволь моему другу Вартигонту дать тебе хороший заряд бодрости. Будь осторожен. Нам нужно пройти незамеченными. Если Геоп поймает тебя, вся железная дорога будет под угрозой. Мы служим одной тайне. Внимание, отряда гражданского обороны. На дорогу! Иди вперед, друг. Эта станция разрушена, но впереди другие.
Я останусь тут ждать остальных. Внимание, ответьте на 647Е, как... Продолжаю поиск.
быстрее! Женская оборона у нас на хвосте. Мы подрываем железку, чтобы замести следы. Похоже, ты будешь последним, кто здесь пойдет. Радуйся, что ты не тот, кого они ищут. У этого бедолаги вообще нет шансов. Похоже, они созывают все подразделения ГО в Сити-17. Они заполняют каналы Манхэками. Тебе надо уйти до того, как тебя начнут искать. О, черт! Слишком поздно! Thank you.
Сотрудник убит. Оставшимся силам надо бежать. Ты Фриман, верно? Нас предупредили, что ты здесь появишься. Железка переживает не лучшие времена. Станция 6. Это восточная черная меза. Как слышно? Доктор Фриман отправился вниз по реке. Дайте ему воздушный катер, окажите помощь. Повторяю, Гордон Фриман вернулся. Он должен дойти до восточной черной мезы. Тебе нужно спешить. Нас обстреливают! Эй, доктор Фримен, я надеялась, что вы появитесь. Я и воздушный катер приготовила. Скрыться от гражданской обороны на открытой местности непросто, но вы поднажмите, и все получится. На станции 7 вам помогут. Нужно только немного подняться по реке. Увидите старый красный амбар. Забирайтесь и заводите его. Доктор Фримен, садитесь же в катер.